Власти города сообщили, что первые матчи турнира по стритболу «Железяка» в спортивном центре под мостом пройдут уже 18 августа. А пока что на этих пустующих площадках вовсю идет работа по их строительству. Специальное покрытие местами уже полностью уложено. Пока здесь идут отделочные работы. Одно из зданий практически построено, и сейчас продолжается внутренняя отделка помещения. Чуть дальше работает тяжелая техника. Благоустройство вокруг спортивного центра еще не провели. Согласно плану, здесь появятся фонари, лавочки и различные арт-объекты. На дороге к будущему центру идут работы по укладке асфальта. Старое дорожное полотно значительно увеличат. На месте работают несколько единиц техники. Чуть дальше, у самого входа в лесопарк, строители сооружают так называемую входную группу. Согласно плану, здесь появятся ворота из кирпича с массивными решетками. Украшать их будет большая надпись «Лесопарк». Кирпичную кладку должны закончить к концу следующей недели. До первого турнира по стритболу, который обещают провести 18 августа, осталось 2 недели. Успеют ли рабочие в срок, покажет время. В любом случае, как гласит информационный щит, будущий центр – уникальный объект, аналогов которому в России еще нет. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».